У Гомельской области стартовал тыдень мати. Марафон мероприемства протягнется до 16 кастрычника. У программе круглые столы, групповые занятки и промые телефонные линии по проблемах жаночего здоровья. На питание жихаров в области откажутся акушеры-гинекологи, мамологи и иншие специалисты. Мероприемства пройдут под девизом «Усё починается с мати». Профилактичная акция накирована на популяризацию материнства и семейных каштовностей. С такой метой в области функционуют школы здоровья для молодых батьков и кабинеты планования семьи. До речи, об поспеху профилактичной работы у гэтым накірунку кажуць лічбы статыстыкі. По числу новорожденных в 2014 году лидирует город Гомель. 5905 детей. Это каждый третий ребенок из общего числа родившихся. Сёлета завершится реализация национальной программы демографичной безопасности, различенной на 5 годов. Ее выники будут подведены у початку наступного года. Однако уже сегодня можно говорить про то, что ее ажитяуление позволило прикметно повысить народжальность. Так, этот показчик у Гомельской области сегодня высший, чем по республике в целом.